Виктор Викторович, расскажите зрителям нашего канала о работе вашего центра. Здравствуйте. А вы проходите. Ваш центр на протяжении 20 лет принимает бездомных и инвалидов на реабилитацию. Периметр отцеплен. Можно начинать охоту. По вашему мнению, вторая жизнь ваших выпускников лучше первой? Убит. Каждый человек, который сюда приходит, с радостью готов отказаться от своей первой жизни. Хорошо поохотились. Как ты думаешь, сколько человек убито на охоте за прошлый год? Много. Больше тысяч. В городе почти не осталось кандидатов. Нет никакой философии в убийстве. У меня есть время. А у тебя? С сегодняшнего дня ты являешься главным управляющим Витанова. Я передаю тебе полный портфель акций. Не люблю, когда что-то решают за меня. Егор тебе доверяет? Любопытная информация. Просто хочу отказаться от всего. Отказаться от всего невозможно. Ты, Егор, гораздо лучше и сильнее меня. Я возненавидел тебя. С самой первой встречи. Какое жалкое зрелище. Время вышло. Прощай. Что ты хочешь? Как можно попасть на охоту? Ты очень скучно живешь. Такой, как я один. Я пытался противостоять этому. И ты никогда не хотел вернуть себе первую жизнь? Ты так и не понял. Второй жизни не существует. Прекрасно.